Всем кус, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Curse of the Dead Gods. Кстати говоря, даже в менюшке написано, что рекомендуется контроллер, хотя здесь действительно кому как удобнее, но я все равно, в общем-то, буду играть на нем, наверное. Мне как-то так, мне кажется, что для меня это самое оно. И да, меня поправили, что правильно Curse, а не курс или кюрс. Как бывает, по-разному произносится, просто везде действительно по-разному говорят, и как-то, я не знаю, почему-то начал говорить именно Curse of the Dead Gods. Хотя еще и средней школы я знаю, что вроде как правильно Curse произносится. Ну, а пишут уже по-русски, соответственно, как правило, курс, что звучит, знаете, более... Более грубо, что ли? Как-то так. В общем-то, не суть. В прошлый раз у нас был достаточно забавный забег. Это у нас был забег, в котором я пошел в итоге, как оказалось, реально дейлик, который не обязательно было использовать. Его можно выбирать. Но мы будем пока что, ребят, играть без него. Также мне посоветовали почитать... О, жесть. Почитать вот эти описания, то, что у нас здесь есть. То есть... Как это... Ну, подсказки вот эти вот менюшки на селект. Уклонение и выносливость. Но здесь, по-моему, писалось просто, почему я не читал. Потому что здесь пишется, по-моему, то, что я читал в обучении. Продвинутая защита, идеальное уклонение. Ну да, да, это я читал. Парирование, порча, проклятие, подношение. Подношение тоже знаю. Жадное убийство. Но это мы все вроде как читали. Кровавые омуты. Вначале здоровье... Немало здоровья можно восполнить в кровавых омутах в каждой целительной комнате. В каждом кровавом омуте есть 5 зарядов крови, каждый из которых восполняет 20% от максимального здоровья, добавляя при этом порчи. Вон оно как работает. Хорошо. Редкость уровень силы снаряжения. Всех видов оружия и реликвий есть свой уровень качества и числовое значение уровня силы. Оружие более высокого качества отличаются особыми эффектами. Его базовый урон повышается с ростом уровня силы. У реликвий более высокого качества мощный эффект. Мощнее эффект. Параметры улучшаются с ростом уровня силы реликвий. У проклятых видов оружия и реликвий уникальные особые эффекты. Критический урон, некоторые атаки не носят критический урон, что повышает их итоговый урон в 1.5 раза по умолчанию. Критический удар можно отличить по белым линиям при попадании или желтым цифрам урона. Ослабленные враги, огонь. Ни хрена себе здесь читать-то много всего. Слушайте, наверное, я сразу все это читать не буду, иначе я вас утомлю, скорее всего, текстом. Это вряд ли будет много кому интересно смотреть. Так, я в прошлый раз здесь все прокачал. Не помню, что именно, но что-то прокачал. У меня было основное оружие вот это вот что-то там. Найти не особое свойство. Давайте, наверное, потихоньку начинать. Мне тут объяснили, что вроде как... Если бы у меня был бы не дейлик, то у меня забег закончился бы на победе над первым боссом. О, да, внизу события предлагают только так. Но я события, ребят, мне типа не до того, чтобы себе еще как-то усложнять игру. Получите уничтожитель, безумный лук. Порча ушла из храма, но поселилась в луке. Каждый выстрел отъедает часть души. Ой, жесть какая. Пользуйтесь своей невероятной ловкостью, другое оружие вам не поможет. То есть юзай только лук, он тебе будет порчу накладывать. По-другому порчу не получишь. Понятно. Лишь самые черные души знают, когда следует отдаться тьме. Бегите от света, он делает вас уязвимым. Ищите укрытие в тенях, укрощая же огонь своими темными силами. Версия такая. Событие с одной попыткой. Смерть ягуар. Если смерть позвала, остальное вопрос времени. Часы отсчитывают последние мгновения жизни, а убитые враги лишь откладывают неизбежное. Чтобы жить, вам нужно бежать и убивать. Справитесь? То есть у меня будет постоянно отниматься хп. Вот. И здесь получается, что сначала я должен победить. Просто в принципе, то есть в прошлый раз мы прогресс себе не сделали. Мы должны были победить этого босса, тогда нам откроется проход дальше, как-то что-то в этом духе. Давайте сегодня посмотрим на другой тогда храм, может быть. Храм Орла. Штурмовой престол. Ход на кровавого охотника. Давайте попробуем это, что ли. Посмотрим, что у нас будет отличаться. Локации, враги, босс, само собой, наверное. Я не знаю, что. Без понятия. Может, стиль локаций. Может, я ошибаюсь. Так, и у меня есть карта. Черт меня возьми. Какой просто неописуемый кайф, когда ты можешь на нее посмотреть. Статистика. А, статистика это именно статы, то есть, получается. Можно реликвию взять себе. Реликвия, потом золото от хил. Мне не надо будет, наверное. Золото, вопросик. Еще реликвия. Если я пойду на реликвию, тогда мы там скипаем оружие дальше. Я бы хотел на оружие сходить, наверное, все-таки. Оружие, улучшение. Давайте за статами пойдем вначале. Предлагаю сделать так. Так что с событиями разобрались. В прошлый раз как-то я вот так случайно не унорвался. Было очень забавно так, несмотря на то, что мы так неплохо так продвинулись. Хотя на втором боссе можно было сыграть намного лучше. Ну да ладно. Зато нафармили еще вот этих вот черепов, которых там, в принципе, много давалось. Да, здесь локация стиль другой, абсолютно, и враги другие. У меня, кстати, с собой сейчас щит какой-то. Оу, лучники. Лучники противнее, чем обычные, наверное, зомбари, которые у нас там были. Хотя, кто его знает. Так, у меня, кстати, какое оружие? У меня с собой пылающий клинок. Получается, стремительные атаки, ну...
стремительные огненные атаки и огненные завершающие удары. Окей, хорошо. И вторичное оружие щит. То щитом можем немножечко сами бить. 35 урон, кстати говоря, неплохой такой. Также мне писали еще такую тему, что у щита, когда у тебя щит в руке есть, у тебя количество кадров для парирования, оно увеличивается. Но увеличивается, ну типа, у тебя их изначально 10 из 60 в секунду. А станет, соответственно, на 2 больше. То есть вот так вот, достаточно строго здесь действительно с парированием все у нас. Обратите мне внимание, как выглядели у нас стены с трещинами в прошлый раз. Подношение золотом снимает 5 единиц разложения. Давай, берем. Пока в любом случае берем. Стоп! Ты засранец, охренел что ли? Ага, некоторые бьют, некоторые нет, судя по всему. Так, понял. Я вас понял просто. Я просто до этого такой обратил внимание на эти статуи, что типа они могли бы атаковать меня, но там меня не ударили. Я такой, ну ладно, пофиг. Декор, значит. Некоторые бьют. Некоторые, будь здоров, как бьют. Так, вот это какой-то... Ауч, он далеко бьет. Локация выглядит пока что противнее. 10 порчи. Ну, хотя это, возможно, первый взгляд, потому что здесь враги, получается, мне неизвестны пока что. Да хватит. Вот этот вообще падла. Вертки такой. Ух, жесть. В одной комнате 190 здоровья потратил. Еще порчи нахапал немножко. Три ловкости. Давай, берем. Начало такое не самое приятное. Но мне надо по-любому как-то постараться босса вынести бы. Очень хотелось бы, по крайней мере. Так, что мы можем себе взять? 10% урона, 25% добычи и 10% урона и 25% добычи за 750 золота. Хотелось бы, конечно, и то, и то взять. 750 золота. Много. Хотя вначале это есть смысл, наверное. Потому что это себя купит, скорее всего. Мне так кажется. Так что я возьму. Хорошо, я запомнил примерно, что значит статы. В прошлый раз, наверное, регулярно попадались тоже. Так, вопросик или золото? Я предлагаю за золотом, потому что дальше будет оружие. Соответственно, мне еще золото пригодится. И будет еще на что тратить. Кстати говоря, слева от нашего ХП, вот эти два, я так понимаю, да? Написано. Это то, что означает, сколько у нас милостей, которые мы можем реролить. А то в прошлый раз я задавался вопросом, но так и не понял тогда. Кстати, надо не забывать, что у меня есть зарядка на основной атаке еще в том числе. Которой я в прошлый раз, я ее не пользовался и вспомнил про нее только в конце забега. Хорошо. Так, урон питательного оружия увеличивается с пройденным расстоянием до 50%. А, это утяжеленные клинки, это у нас основное оружие метательное предлагают нам взять. Любопытно. Давайте попробуем, что ли. Так, и минус 20% стоимость подношения кровью. Или восстановить себе здоровье. Давайте все-таки поменяем. Хорошо, у нас теперь основное оружие метательные ножи. У которых урон увеличивается с пройденным расстоянием. Типа, чем больше я пройду это перед атакой, в смысле. И оно каждый раз сбрасывается или как? Стоп, факел. Чуть не забыл. Так, вот это мне... Я вижу это. Страшные комнаты такие, знаете. Вот золото валяется. Сейчас его, конечно, не видно. У меня там был такой момент, в котором я золото не заметил. Мне там многие писали, как там можно было не заметить его и так далее. Как и было секретку такую, что я не заметил. Это я не знал, как они, в принципе, нас... О, это что еще такое? Что за шарик нахрен? Секретки бывают в очень таких... непредсказуемых местах. Даже бывает там около шипов находится. Комната, в которой целая куча просто ловушек и все. В ней нет мобов. О, это другая статуя, кстати, меня чуть не ударила. Между прочим. Она бьет двумя мечами. Я так понимаю, что те, у которых глаза горят, те атакуют нас, да? Вот это нас атаковать не будет. Было бы сейчас страшно и стрёмно, если бы она меня ударила. Было бы очень так. Не круто. Знаете, такое затишье, спокойно вроде как. Но порой тишина напрягает больше, чем... Чем когда много всего происходит. Ах ты ж, падла. Ну вы серьезно просто. У меня же ножи. Как непривычно с ножами-то на основном оружии, да? И надо вручное оружие. О, он сломал эту статую. Какая у него жесткая атака. Фу, блин, слушайте, что-то как-то сейчас начало не такое.
Радужная, как в прошлый раз, на удивление. Ну, тут и локация такая, которую я вижу тоже впервые все-таки. Но пока она реально выглядит ну, так страшнее монстры здесь, по крайней мере, явно. Там они были более предсказуемыми. Так, 300 монеток. Поношение золотом снимает еще 5 единиц разложения. Ну, давайте возьмем пока что, да. У нас впереди будет как раз-таки подношение золотом. Мне это окупится. Так, лечение или оружие? Наверное, оружие надо бы. Я не хочу по лечению прямо много ходить. Но дальше, возможно, потребуется. У меня, в принципе, только сейчас первый этаж, получается, доступен, пока я его не пройду, да? Я мог бы, с одной стороны, поспешить, чтобы у меня было две попытки. Потому что не хочу делать серию бесконечной, все-таки не бесконечной, но очень долгой, скажем так. Ну и хотелось бы очень сильно пройти бы сегодняшнего босса. Кого бы там не встретили. Как перестать забывать, что у меня... Тихо. Чего она пролетает? Что у меня основное оружие сейчас дальнебойное. Кстати говоря, если я даже вблизи буду бить, это что еще такое? Ну, баф какой-то им дает, что ли? Узи. Жесть. Было очень близко. Просто чудом. Чудом не попали по мне. Во, одного унесли. Хорошо. О, он атакует еще в том числе. Да, мне говорили, что бывает такое, как раз геймпад не очень удобно, что если ты заряжаешь атаку дальнего оружия, например, или что-нибудь в этом духе делаешь, или оно лечит их. И ты разворачиваешься, у тебя вот так вот атака может уйти в не ту сторону, куда, не туда, куда тебе надо совершенно. Но с этим я думаю, что надо просто совладать постепенно. Да, оно лечит их определенно. Очень сильно лечит. Падла, не успел сбить. Есть такая неудачная патика. Они прикрывают постоянно этого хилера. Есть. Все, наконец-то. Поэтому не получается его добить. И это еще не конец комнаты, боже. Еще таких же. Целая толпа просто. Что с ними делать с такой толпой? Мне бы сейчас мое мили оружие, да? Есть, добили одного хотя бы. Если я постараюсь ловушкой, как же. Один милишник. А это еще мне порчу накладывает. И притягивается ко мне. Хорош. Серьезно, просто. Это что? Он мне просто притянулся и надавал целую кучу порчи. Не знаю, что я должен был с этим делать. Просто подождать, потому что я пытался сократить расстояние. Я отступаю, меня ловушки душат. Просто очень противная комната. Так, ну хорошо, хотя бы. Потому что типа кругу здесь не получается. Так, он еще щит включает. Он серьезно просто? Капец. Его можно пробить только заряженной атакой, судя по всему. 500 здоровья и целая тонна порчи. Слушайте, хуже комнаты пока что я не встречал. Второй храм намного противнее первого пока что смотрится. Окей, древний молот, проворный лук и древний щит. Тяжелое оружие. Стремительные атаки ослабляют рог. Стремительные — это наши заряжаемые, я так понимаю, да? Или как? Хотя не особо они звучат как стремительными. Такс. Лук убийства, это двуручное оружие. А, двуручное оружие лук. На второй слот, то есть, на третий слот. Плюс 10% к основному урону, 1% к урону за каждую очку ловкости. Щит на вторичное оружие. После парирования основной урон... Основное оружие наносит критический урон на 2 секунды. Но это от парирования играть. Я хотел бы щит, наверное, купить себе больше всего сейчас. Наверное, да. Мы немного порчи себе снимем, кстати говоря. У меня, может быть, даже сейчас проклятие снимется, но, правда, оно потом обратно берется. А, оно до нуля доходит, но потом оно не исчезает все равно, да? Окей, ладно. Зато теперь у нас есть такой вот молот. Посмотрим, что у нас с этим получится дальше. Так, я бы хотел, наверное, статистику или оружие. Наверное, оружие даже. Мне бы сейчас что-нибудь найти. Я не хочу оставаться с нашими стартовыми оружиями, которые у нас сейчас там есть. А, это улучшение, стоп. Улучшение на молот, в принципе, можно сделать. Либо себе все-таки... Не, давайте на статистику.
На молот я пока улучшать не хочу. Я хочу заменить себе другие оружия, а потом уже идти по улучшениям. И сейчас мы узнаем, что нам дадут. Ослепляющая жадность. Блеск золота. Единственное, что утешает, когда душу поглощает амбиции и тьма. Золото на полу пропадает через некоторое время. Ценность золота на полу повышается. Вон оно как. Не знаю, сколько это сильно влиять будет. Пока что трудно сказать. Ух, как повезло. Хорошо. Так, это что у нас? 15% урона от всех критических ударов. У меня критов, по-моему... Не уверен, что у меня их много. Но пусть пока что будет этот предмет. Хотя, может, лучше было взять 75 золота, не знаю. Эх, не достал. Так, ладно, зарядим все равно еще. Запалило. Ах, не смог вовремя перекатиться, потому что у меня был на откате стамина. Не успел за ней проследить. Отношение золота снимает 5 единиц разложения. Черт, такой же предмет. У меня слишком много таких реликвий будет, мне кажется. У меня сейчас заполнится все золотые, придется их разбирать. И они мне в итоге при разборе ничего не дадут. Так, берем себе факел в руки. Ищем секретки, если вдруг они здесь есть. Окажутся вдруг, мало ли. Нет, не вижу треснутых стен пока что. Просто текстурка. Ага, да-да-да, такой наивняк такой просто. Как он часто бьет? Не так часто, хорошо. С горящими глазами. Да, видно, что у нас монетки, они такие подпорчи получаются. Некой. Ловушка. Не знаю, зачем я их активирую. Опс, опс. Ага, одна монетка у меня пропала. То есть, когда я вхожу в зону видимости, тогда у них начинается таймер. Таймер несколько секунд, секунды три, наверное. О, они развернуться смогли. Блин, вот сейчас было опасно как раз из-за того, что я за золотом рванул. Кстати говоря, я не обратил внимания, там было? Там не было трещины. Какое еще методичное исследование у нас. Оп, пролетели мимо, хорошо, разрядили их. Какой-то мостик. А, понятно. Мостик не внушает доверия. Ай, хорошо. Нет. Уходим с линии. Упс. Так, я хочу себе еще подсветить. Возьмем в руки это. Зарядим. И на тебе на опережение просто. Мы говорили, что двуручные атаки у нас большинство врагов они отглушают. Но вообще-то всех врагов, кроме вот этих, собственно, наших боссов, получается. Так, еще себе какие-то статы. У меня сколько золота? 1700 у меня золота. Какие у меня комнаты впереди, я не помню просто. У меня там еще будет на что потратить, по-моему. Значит, пока что я возьму себе чистое здоровье. По-моему, мне надо немножко сэкономить сейчас. Иначе мне потом придется порчу брать вскоре. Хотя, может, не настолько страшно, учитывая, что у меня всего лишь один этаж. Значит, порчи я могу сейчас не беспокоиться, скорее всего. Наверное, мы идем за оружием, потом идем за отхилом, потом идем за реликвиями. Или за золотом и за улучшением. Вот здесь тоже такой вариант через реликвия, хилка, оружие. То есть по этому маршруту мы получаем на реликвию больше, да? Вместо золота. Тоже имеет место быть вообще-то. Блин, ну не знаю, слушайте, хватит ли у меня на все это золото. Не уверен. Давайте все-таки пойдем сюда. По этому маршруту попробуем сходить. Так, и у меня есть еще две милостыни, кстати говоря. Надо про это не забывать. Которые обязательно нужно использовать в забеге. Не то, что обязательно, но это все-таки... Надо не забывать про реролы. Которые зачастую я экономлю в таких играх почему-то. Так, от одной ушли. Второй удар. И третий удар комбо, хорошо. Ууу, идеальный урод, по-моему, там был сейчас. Ах ты ж падла. Я, кстати, не знаю, вот от дальних атак я могу уворачиваться. Ой, вот, доджить их, парировать их щитом или нет. Так, ушли, ушли. Стамина. Следим за стаминой. Все, ребят, по-моему, будем хана. Но это еще не вся волна. Нет, снова этот скотина. Уйди. Ужасно противная комната. Снова такая же. Зарядили. Разнесли.
Слушайте, мы ловушки ломаем с двуручного оружия, боже. Я вообще об этом не думал. Теперь просто толпу собрали. Слушайте, двуручное оружие тащит. Просто оно тащит. Неистово. Оно так выручает в таких ситуациях. Вот тогда у меня его не было, его дико не хватало. Без него крайне некомфортно. Так, улучшить наш молот, улучшить... А, стоп, это купить. Можем купить, получается, такое же оружие, как наше, но немножечко с другими эффектами, да? С урона от горящих, по горящим врагам. Ядовитые атаки, ядовитые клыки какие-то. За каждую битву врага снимается одна единица разложения. Удар со спины носит больше урона. Я бы на самом деле взял это на основное оружие себе. Двуручное оружие копье, терзающий дротика. Завершающий удар серии приемов ослабляет врагов. Критический удар дополнительно носит 20% урона. За каждое убийство, за каждую битву врага снимается на единицу разложения и 30% урона элитным врагам, чемпионам и боссам. Кстати, неплохо антибоссовое такое оружие. Блин, ну я хочу себе основное поменять. Да, наверное, я поменяю себе основное. Хотя вот это тоже интересно звучит так-то. Ладно, давайте пробуем. Взять себе на эти клыки, посмотрим. Так, берем их... Стоп, это наше старое оружие. Ну, они быстро атакуют. Они быстро атакуют, и у них ядовитые атаки. То есть на ней дополнительно ядом еще будут бить. То есть урон у них немножечко будет повыше по итогу, чем написано сейчас там. Я думаю, что нам обязательно надо сходить на хилку. И, скорее всего, полечимся мы раза два или три. То есть нам надо фула. Порчи меня сейчас не волнуют. Это что? Еще у меня факел перестал, сам перестал светиться. А, тут это, господи, это комната. Почему комната от хила самая страшная комната? Визуально. По 250 хиляет, ну давайте третий раз, да. По 10, в принципе, порчи. В длительных забегах, наверное, если у нас там будет увеличиваться этажи, количество этажей. И не будет увеличиваться максимальное количество стаков пори. То это будет очень так... Очень важно будет не отхиливаться лишний раз. Но сейчас мы можем этим пользоваться пока что. Такс. Наверное, в центре зажгу. Сразу вынесу раз. Вот это другое дело просто. Нет, ушли. О, хорошо. До свидания. Да, понятно. Я просто... Просто мастер-ломастер. Сломал собственный... Этот самый, сломал собственный... Очаг с огнем. Так, у нас есть вариант куда-то пойти наверх вот сюда. Пойти направо также есть. Я вам скажу направо сначала. Это такой более неочевидный ход. Что-то мне теперь сюда не особо хочется. А, понятно. Не особо хотел сюда идти, когда я увидел эту толпу ловушек. Но, в принципе, ничего страшного они себе не представили. Главное просто быстро-быстро перекатываться. Так, еще золото. Ух, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Со всех сторон электрические полетели. Блин, вот здесь ловушки, конечно, да, играют очень неотъемлемую такую роль. Я бы сказал, гораздо более важно, чем во многих рогаликах. Как-то бывает такое, что тебе в рогаликах изначально ловушки мешают очень сильно, а потом перестают. Хотя здесь я не знаю, как будет. Но здесь их прямо так приличненько. Вот это, конечно, просто вот красота. То, что можешь делать вручное оружие. Ты заряжаешь его и потом прыгаешь в бой. И лепота вообще. Так, доп. Урон ослабленным врагам, это у нас будет работать иногда с нашим, получается, с нашим двуручным оружием как раз. И к сложению, вместо чего-то уже надо брать. Наверное, по отношению к золоту у нас снимают все разложения. Надо вместо этого, наверное, да. И это мы теперь уже бэушные, как мне написали, не хотят принимать, да. Так, забрали золото. Ждем его атаку. Теперь просто гасим обоих. Отлично. Комбо из трех ударов, конечно, двуручного оружия просто... Просто разносит. Слушайте, мне эти кипи ядовиты намного больше нравятся. По-моему, кстати говоря... А, нет, яд он может добивать. В этой игре яд добивает. Хорошо. Убедились сейчас в этом, просто врагов немножко. Оставалось еще здоровье там. Так, еще вторая. Такая гробницка. Как это, не знаю. Как назвать? Костяной кнут. Вторичное оружие. О, наконец-то вместо щита что-то. Атаки после убийства 3 секунды наносят критический урон. Не уверен, что насколько им будет удобно. Но если в комбинации, то выглядит неплохо, слушайте. Выглядит интересно. Попробуем, хорошо.
При этом это вряд ли будет работать на боссе, если только босс нас не будет снова призывать. С прошлым это работало бы зашибись. Убил собак. Вот первого босса мы бы сейчас порвали в щепки в нашем нынешнем сетапе, мне кажется. Просто не оставили бы ему и шанса. У нас, кстати, две милостыни остаются и много золота. Мы сможем сейчас самую дорогую покупку сделать на подношение за золото. Ползучий мрак. Вторая порча. Второе проклятие. Главное, чему учит боль, в любой момент можно потерять все. Свет, надежду, самого себя. Получаем урон, запускает волну врагов. А, это у нас было в прошлый раз. Вы получаете... Выносите на 10% больше урона на свету. На получение урона нас тушит любой огонь. В большом радиусе причем. А я буду получать урон. Да, я буду получить урон, еще как. Я даже рассчитывать не буду, что это у меня будет полноценно работать в мою сторону. Стоп. Ай, хорошо. Третья атака просто омега мощная, конечно. Да и в принципе. И сломал, отлично. Так, заряжаем. Не успел. Офигеть, мы потушили свет. Он причем даже тушится в тех местах, получается, да, скорее всего. Куда мы сами по себе не достаем изначально, да? Попало. Без света-то стрёмно, да? Сразу атаки врагов. Больно бьет. Какой же... Какой же жесткий лог. После атаки в руку идет. 1108 кп. Уйди. Все, пошли крошить в руку. Пока что я не чувствую такой, знаете, уверенности, контроля такого. А мы всегда могли достать, кстати, даже. Хотя, по-моему, не уверен, что мы везде прямо будем доставать до очагов этих. Как, например, в битве с боссом, с тем у нас там как-то так по краям они были вообще. Так, очень дорогой апгрейд на клыки есть. Что он нам даст? И что это? Вроде левел... А, левел ап просто, да. Справа наши, слева то, что у нас будет. Плюс 2 урона получается, да? Кнуту даст побольше урона, потом даст 5. Ну, это типа в зависимости от скорострельности оружия, само собой. Чем медленнее, тем больше даст бонуса. Давайте прокачаем себе, наверное, ядовитые луки. Мне хватает золота на это, в принципе. Самый дорогой апгрейд. Но мне сейчас экономить нет смысла вообще. Так, это я так понимаю, что сейчас у нас уже будет босс, да? Чемпион, 1108 хп. Есть и шанс его вынести, но незнание и того, что я вижу его в первый раз. Посмотрим, что получится. Надеюсь, что он окажется не намного жестче предыдущего. Так, я вижу какую-то там тварь уже. Кусок какой-то твари. Можно зажечь факел где-нибудь, нет? Я могу пойти мимо? Ах ты ж падла! Не могу пойти мимо! Так, смотрим, он какой-то... Он не маг случайно ли, а? Ух, ни хрена себе! И эта штука еще летает. Где она? Ой, жесть какая. А, нифига себе, нифига себе, ни хрена себе, просто жесть. Очень стрёмно, она... Ох, какая жесть. А, вон она что делает, она вот так вот притягивается. В спину ее бьем. Кстати говоря, мы как будто ее все равно ее оглушаем вручными атаками, такое ощущение. Появляет порой. О, она больше эпически стала спавнить. Так, включаем себе факел, тогда, когда мы не атакуем ее. Вернулись от всего. Мне что-то подсказывает, что против нее парирование не стоит делать. Потому что возможно, что на мага работать не будет парирование. Вау! Вау! Доджи, просто доджи. Господи. Охренеть. Она меня какой-то дебаф на меня кинула. А, или это со светом что-то было связано с паркасием моим, может быть. Не уверен. Тихо. Так, прервал. О, она усиляется. Она определенно усиляется. Атака становится опаснее. Она больше покастует.
А вот это то, что с ней летает весь бой, точнее, с ней движется постоянно. Непрерывно эти шарики. А, или она их... Нет, она их перепризывает. Главное, чтобы у нас этого не попало. Мне кажется, это будет больнее всего. Так, обратно себе факел ставим всегда. Зарядили, прописали. Хорошо. Мы его носим, в принципе. Справляемся пока что. Есть. Фух. Так, благородство на речивку. Хорошо, ребят, справились. В принципе, я бы сказал так, что, по крайней мере, первых боссов здесь точно можно легко просто хэппи-пулом задавить. Вообще без проблем. Так, и дальше, соответственно, меня... А, даже так, меня не пускают, в принципе, да? Это было что-то страшновато немножко. Это был плохой забег с моей стороны. Прошлая серия... Прошлый забег был намного эффективнее с моей... Ну, как с моей игры. 18.51. Первые серии по этой игре, скорее всего, будут небольшими, ребят. Я не буду прямо так запихивать побольше, побольше, побольше всего. Постепенно этим насладимся, скажем так. Окей, зато некоторые выводы мы тоже сегодня себе сделали. По крайней мере, в следующем храме и в первом храме, который мы будем проходить, я думаю, что мы можем не экономить особо порчу. У меня, знаете, какое есть предложение? Может быть, нам первый храм и следующий сделать за следующую серию за одну. Может быть, сделать так, если пойдет хорошо, конечно. Два храма первого уровня. Просто не люблю, на самом деле, начинать забег, скажем так, среди серии сначала. Так, ну, 15 хрустальных черепов собрали. Меньше гораздо, чем в прошлый раз. Но в прошлый раз у нас было еще событие. Играть и события, и обычный забег я точно не буду. Это будет уже перебор. Опаньки. Вы получили кровавый символ. Но есть новое благословение. 6. Опаньки. Кровавый символ. Хорошо. Так. Это то, за что у нас там была тоже какая-то прокачка. О, смотрите-ка, у меня вторая ячейка. Как раз-таки, да. Это вот она называлась у нас. Кость Тамака. Получите 5 сложений в начале исследования. И одно сложение в начале каждой комнаты, если ваше здоровье ниже 50% от максимума. То есть в идеале это надо потерять... Максимум хп себе, прям половину хп, и ты будешь сложение постоянно получать. Ого. Убийство ослабленного врага переносит ослабление на врагов рядом. Ваш уровень порчи повышается до 120 в начале исследования. Звучит интересно тоже, но скорее всего на перспективу на будущее. Так, вопрос, куда лучше всего мне сейчас будет тратить еще наши вот эти. А, у меня одна штучка такая вообще. А, лол, тогда мне не хватает ни на что особо. Тогда че париться, да? Так, ну нам надо взять в любом случае какой-то второй, я так понимаю, да? Второе какое-то благословение себе. Какое-то открыть. Огонь светит дальше, получается на 20% меньше урона, пока находится на свету. Можно это взять, в принципе? Получая урон, вы активируете ярость, больше наносите урона. Тоже работать как часы будет, кстати. Мне кажется, что вот это можно себе взять пока что. Потому что сейчас, пока у меня забеги такие начального уровня, простые... то мы можем получать урон и делать динамику, повышать себе тем самым просто. Оружие на следующий раз будет булава работорговца и револьвер Уэйбли. Вот оно как. Если оружие, конечно, не поменяется нам никак. Вот такой вот у нас, ребят, был забег. Тут получается, что если мы сейчас пойдем дальше, то у нас... А, смотрите, я должен оба, все первые храмы пройти, чтобы открыть что-то дальше, если я правильно понимаю, да? Или, а, нет. Или я должен два храма пройти... Чтобы открыть что-то, что дальше, потому что там требуется, что два написано вот этих вот символа. У меня один сейчас выбит только. Или я их прям два должен, чтобы потратить туда, их надо. Но они получаются такая. Пока что это выглядит как валюта, которая невосполняемая просто. Окей. В следующий раз тогда пройдем оба этих храма, возможно. А, и там показано, сколько раз я сдох, да? Потому что Делик у нас не учился. Как-то так. Босс был вот этот... Вот, кстати, не знаю, если... Вот у первого босса он сам по себе примитивный. Я еще чем-то показываю рукой налево. Жестикуляция. Но при этом, если ты дашь ему наспамить собак, то тебе жепа. Со вторым боссом он такой более ровный в этом плане. Но в целом не выглядел страшно как-то. Вот локация сама по себе намного противнее, чем на первом этаже. В первом храме, точнее. Ну, ребят, как-то так. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Было много болтовни, наверное. Ну, не знаю, я хотел пообщаться, поболтать. Не ожидал, что забег настолько быстро закончится. Ну, на этом, ребят, на сегодня все. Такая небольшая серия. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то подписывайтесь на канал. Буду рад оставлять комментарии, оценить видео. Мне будет приятно. Вступайте на сервер в Дискорде, ребят, если хотите пообщаться. Я ожидаю всем хорошего настроения, такого же дня. Всем удачи, до новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока-пока.